Вот как всегда. Есть. С первого же заброса. И хорошая киложка опять. На Ренегейт Доджер. Со с таким прям ударом, со звонким. Давай, либрипом, да, Андрюх, возьмешь. Это Жерих, по-моему. Жерих. Причем нормальный вообще. Тихо-тихо-тихо, дай погуляй. Хороший-хороший, это уже больше килограмма. Андрюх, тут кусты мешаются, маленько продвинься. Все, взят. Да, это полторашка железная. Первый же заброс Renegade Dodger SR. Фух, полуторакилограммовый жерех. Ладно, пускай с куском тройника. Фу, руки трясутся. Держите. Пойду отпускать. Фу, с таким щелчком отменно вообще. Я даже не понял, сначала думал, о плиту ударился. Тихо, муть сейчас наглотаться может. Давай. Все, молодец, красавчик. Умница. Да. Через тебя, да? Оп, есть. Нифига себе, смотри, как палку гнет. Что-то хорошее. Под берег пошла. Жаба, походу. Жабон, да? Не знаю, кто-то крупный. Сом? Судак, да? А, да, судачок. Хороший судачок. Подожди. Ну, килошечка такой, да. Ты говоришь, ё-мо, здесь судак стоит, ё-мо, вот где окуня нет. Нормальный зондер. Да. Вот тут она точно есть. Сейчас поймаем. А вот и килошница. А то и побольше, полторашка, наверное. Красавица. За ней я даже слазю. Конвойчик, а? Красавец. Я знал, что ты здесь сидишь. О-хо-хо-хо. Славная щучка. Просто славная. Давай. Так, камерку. Камерка уезжает. О, еще как выживешь. Давай, полено. Давай. О, вон она. Обратно в свою яму. Опа! Отлично. Не срезал бы только. Назад только осторожно. Нифига себе, она выскочила. Я прям видел. Я тоже видел, как она выскочила. Хорошая жаба, слушай. Тихо-тихо, сейчас она стартанет. Бери уж рукой. Или давай я сам возьму. Сейчас стартанет, стартанет, на свечку хочет. Не дадим ей на свечку выйти. Нет. Нет, никаких свечей. Ну.
Вот она. Слушай, неплохая жаба. У тебя она вон не брыкает. Грамм 800, наверное. На джакаловский червячок опять. Куродзаус. Поймал пучок травы, стал выматывать. И на все это дело атаковала щука. Причем щука такая закилошная, хорошая. Я думаю, видно было ее выход. Есть! Вот она взяла! Есть! Ух, хороша! Она забагрилась. Или перекрутилась? Перекрутилась. Поймал, поймал. Поэтому казалось, что так хороша. На самом деле, щучка такая в килограмм. Так, залезла в траву. У меня снасть не позволяет так форсировать. Давай, выходи оттуда. Килошка. Это рыба. Хорошая рыба. Ух ты. Эх, нифига, кто это? Это лещ. По-моему, это лещ. И он, по-моему, забагрился за спину. Да. Это хороший лещ. Но, к сожалению, забагрённый. Нет. Вот так вот на лайтовую палочку килошного леща. Даже здесь не кило, я думаю, а все полтора. Вот он. Вот так вот. Жаль, что забагрённый, но тем не менее, это лещ, пойманный на лайт. Ну, к сожалению, за плавник. Хороший такой лещишка, я думаю, в нем кило 300 где-то. Отлично.